ансамбль разделен условно на три секции. Это именно фольклорную секцию стандартного кавайского дружбы. Есть фольклорная составляющая, как у, в принципе, любого фольклорного ансамбля. Музычку. Музыкальная. И оно, что не имеет много дружества, има обу, то есть секция за обычай. И то, что, то, чем не каждый, в общем-то, ансамбль может похвастаться, это секция обычаев, так называемая. Один из таких обычаев – это сербская слава. Тай обычай – это комбинация обычая и религийского чина. Это комбинация, сочетание религиозного действия и обычая. Наверное, православного обычая, сербского чина. Конечно, речь идет о православной традиции. Деда, бабу, внуке и так постатете. Значит, ово сад кучица домашнего. То есть припрема сада за тай дан, за славу. Значит, сейчас вы видите момент подготовки, празднования славы. То есть это то, что происходит дома утром. Хозяева готовятся встречать гостей. Хотя сине зовет деда, он с ведро, знаешь, что славу? Эго иди. Обременный. Да иду да позову деда, сад он мало, неге се задержал. Деды! Зовут дедушку, который где-то немножко задержался. О, деды! А время не будет. Гости само что не су стигли, а ты ёж спалаш. Не спал, пробудился, села, има 40 минут. Мало что помнят, а вижу дружу. Есть. 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 Это икона святого покровителя. И то всяко домочинство имело свою кучу. Каждая семья это имеет, конечно, свое. И домашний утро любит икону, когда встанет. И хозяин с утра, когда встает, целует эту икону. Бог тебе помогу, Сречна слава. Ова сада тенута, как гости долади в кучу. Это начинают приходить гости. Evo ti kruh, koljivo. Rec mi je bilo narodno. Da, ovaj korego je ovo sad iz crkve, ovaj dečak došao iz crkve i donio koljivo gdje je osvješao iz crkve. A eto, парень пришел iz crkve i prinios osvješeni hleb. Ovo zvo kume. Bog te bolo. E, sad gosti dolazi. I on se čas gosti prikolje. Zdravo kume, sreća slava. Zdravo kuma, sreća slava. Evo malo bilošti za djecu. Ovo je to istrevo, ništa. Это те молитвы, которые адресованы Господу Богу и Святому Покровителю. Koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja, tako na nebu, tako i na zemlji. Hljeb naš našušni, daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zla. Amin. Bogorodice, Dijevo, raduj se, blagodatna Marijo, Gospod je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama, blagoslovene je plod utrove Tvoje, slavi, ono mi pomaže. Još ćemo se pomoliti Bogu,
i ovoj krsnoj slavi pokloniti za ovog poštenog doma i domaćina, domaćice i sve čeljadi kumova, pa i prijatelja, pa i neprijatelja, da se ne osvete, nego da se prosvete. Tako nas pomoglo krsno ime ovog sveca, vesela nam bila ova sveća, rodila nam pšenica bjelica, vinova lozica, viđe nam bilo svijetlo koljivo, na zdravlje, srpska liturgija, hvala, slavu i čest. Hvala, slavu i čest. Hvala, slavu i čest. Poklanjam se Bogu slavu Božju. Sašnja, ajde i kuma nije Bogu. Poklanjam se Bogu slavu Božju. Poklanjam se Bogu slavu Božju. Evo, uzde sad svak svoje vino. Da, sad se pije čaša vina, koje u našem, u našoj običaju vjeri predstavlja, dakle, simboličnu krv Hristovu. Сейчас пьют вино, которое символически представляет кровь Христову. Пиво свои упучани и гости, и тебе все очень да будут здрави и румени, као... Это яблоко, которое вы можете разделить со своими. Ovdje će domaćini da vam ponude prvo slavsko žito i koljivo, a onda nakon toga piće i...